Ну, точно надо. Тогда для головы пойдет. Ну, а вот эти вот набор. Ну, и вот этот. И еще. Вот это. И карандаши есть у вас? Толстоватые, но чтобы они были зубные. Девки, поехала на брови делать себе брови. Скоро увидите. Так что с прошедшим 14 февраля, надеюсь, классно справили. Так что смотрите, скоро буду с бровями нормальными. Чики-пики. Слово постоянный. Перманентный макияж, то есть получается постоянный макияж. Татуаж его раньше называли, когда это было после только татуировок, когда вбивали очень плотно, да, и пигмент залегал так очень глубоко. Так они потом, наверное, посинеют, как вот. Нет, нет. Синеют татуировки. Почему синеют? Потому что пигмент вводится очень глубоко, под призмой кожи пигмент, черный пигмент отливает синим. То есть в этом это делали раньше. Сейчас все делается намного поверхностнее, намного нежнее, никакого синего оттенка не будет 100%. А эти есть какая-то образцы, ну, какой формы там? Я вам нарисую, все покажу, все мы с вами обсудим. Только мне не надо какого-то у Брежнева. Толстая прям. Ложитесь, сниму сейчас с вас макияж. Посмотрим. Да почему брови? Выше, 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 выше. Все обсудим. Нарисуем эскиз. Посмотрим, перерисуем. Так, аллергия на что-то есть? Да вроде нету, как-то на лекарства никаких. Эпилепсия, сахарный диабет, гепатит С, гепатит Б. Нет, когда долго, если могу попить, то может приходить. Ну, но сейчас, не пили. Ну, нет, сейчас у меня это, не будет этого. Хорошо. У нее раз в полгода где-то бывает такое. То есть, если еще что-то пьем. Уколы дома ставим, если надо будет. Ну, как эпилептический, да, препарат? Да, 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 да. Больно? Терпимо. Вы боли вообще как относитесь? Терпите? А как долго они держаться будут? В среднем рекомендуется делать коррекцию раз в 1.5-2 года. То есть, грубо говоря, через 1-1.5 года пигмент начнет светлеть, выходить из кожи, и нужно уже их обновлять. Но все абсолютно индивидуально. То есть, кто-то ходит чуть дольше, кто-то ходит чуть меньше. Угу. Есть клиенты, которые по 3 года ходят без коррекции, их все устраивает, и все прекрасно. А есть те, которые приходят на коррекцию каждый год, потому что пигмент выходит намного быстрее. Все зависит от образа жизни, от обмена веществ. То есть факторов очень-очень много. Ну да, обмен веществ я знаю, что сильно влияет. От того, насколько часто вы находитесь на солнце. Потому что, ультрафиолет. А, ну да. Ну вот, а мы у себя в салоне там заходили, нам сказали вообще раз через 1.5 месяца на коррекцию ей нужно было. Первичная коррекция, да, все верно. Процедура состоит из 2 частей. То есть основная процедура, которую мы делаем сейчас, и процедура коррекции, которую нужно будет сделать от 1 до 2 месяцев. Это все верно. Грубо говоря, сейчас мы на первой процедуре закладываем с вами фундамент, на второй процедуре мы с вами доделываем все уже до идеала. Если вы не приходите на первичную коррекцию, пигмента в коже остается меньше, соответственно, держаться он будет у вас меньше. И пигмент из кожи выйдет быстрее. То есть вы должны это понимать. Ну, естественно. То есть я... Нет, нормально вот так вот, да, ставить? Ну, я про что и говорю. А то... Шикарно будет. Начальство все говорит, что у меня ниточки. Есть маленечко вот этот.
По заживлению будет более пушисто, нежно. То есть за счет чего? Мне их подкрашивать уже не надо. Не надо. Не надо. Подзаживет. Единственное, вы должны быть готовы. После процедуры цвет будет такой более насыщенный, более яркий. По заживлению цвет будет, ну, в 50% цвета уйдет, и уже будет более натурально все смотреться и естественно. Это когда мне надо будет приехать, если что, на коррекцию-то? Март? В апреле где? Не раньше, чем через месяц, не позднее 2 месяца. В конце апреля. Какого апреля? Апрель. В начале, наверное. Ну, полтора-два месяца, к середине апреля. Ну, в начале, ну, да, где-то там. Ложитесь. Вторую нарисуем. А кого ничего не надо, так? Правда, что сейчас накрасим, да и можно идти. Что, страшненько, что ли? Да? Процедура абсолютно терпимая. На первый раз буду проходить без анестезии. Может быть, такое пощипывание, скажем. Может маленечко чувствоваться, потом будет все абсолютно терпимо. Поможем. Эльдекаин нет? Нет. Зубы удаляют же, ничего. Ну да. Что же делать надо? Базовая. Потихонечку начинаем. Скрываю прилаз. Угу. Так. Это сейчас контур будет уже? Нет, сейчас легко пройдемся, зафиксируем эскиз. И нанесем первичную анестезию. То есть первый проход будет немного ощутим. Терпимо? Пока. Терпимо. То есть сейчас повредим маленечко кожу и нанесем анестезию. Не больно? Mm-mm. Не бойся, я рядом. Нормально. Красотку из тебя сделаю. Да красотки, когда луны пишешь помощью. Ничего. Девчонки, ну как вам мои бровки?